Как думаешь, она понимает по-английски? Да говори уже! Ну ладно. 72. После вас. Вы должны это видеть. Яблоко лежит в самом центре. Пора узнать, где находятся эти храмы. Десмонд, все балки похожи на выключатель. Может, если попасть в каждую из них, получится подать ток на центральную платформу. Или превратить комнату в корабль пришельцев. Я могла бы и улететь. Лет, и вы все равно не поняли бы. У вас 5 чувств. У нас 6. Одно мы удалили от вас. Вы никогда не будете знать. Вы можете видеть, обонять, различать вкус, осязать, слышать. Но знание вам недоступно. Потом, когда мир начал гибнуть, мы пытались передать это через кровь. Связать вас с нами, но удача. Вы видите голубое сияние, вы слышите слова, но вы не знаете. Нам следует остановить вас. Знаю я. Мы ждем тебя, Десмонд. Ты придешь сюда. Ты активируешь. Ты все поймешь, но слишком поздно. Ты слышала это? Что это, Десмонд? Поверить, что мы добрались.
где эти храмы? Хочешь, чтобы я спросил? Или подумала, или еще что. Ты уверен, что задал правильный вопрос? Я знаю этот символ. Это фригийский колпак. Он символизирует свободу, а это масонский класс. Вместе они находятся только... Что? Я не могу пошевелиться. Ты активировал яблоко. Оно общается с твоей ДНК. Отпусти меня! 72 дня до момента пробуждения. Ты — наше дитя и дитя наших врагов. Конец и начало. Тот, кого мы ненавидим и почитаем. Последнее путешествие начинается. С тобой через врата пройдет спутница. Но я не вижу ее. Крест заслоняет ее от моего взора. Что ты делаешь? Путь должен быть открыт. Ты должен сыграть свою роль. Весы должны прийти в равновесие. Хватит! Прошу! Ты знаешь очень мало, но должна направить тебя. Не сопротивляйся. Нет! Готово. Путь лежит перед тобой. Осталось найти ее. Пробуди шестой. Иди, один. Дьявол, у него шок. Клади его в машину. Это единственный выход. Но ведь это все из-за Нимуса. Не спорь с экспертом. Делай. Нет. Thank you.
Ха-ха-ха!